Друзья, всем привет! Сегодня для компании «Армель» очень знаменательный день, так как в городе Оренбург впервые компания «Армель» выступила в роли спонсора одного из крупных конкурсов среди педиатров Оренбурга и Оренбургской области, друзья. Вот так. И это движение первое в городе Оренбурге возглавил мой партнер, наш партнер команды Number One Ясмина Липовских. Я вам ее хочу представить и задать, Ясмин, тебе такой вопрос. Скажи, пожалуйста, как пришла идея, да, принять участие вообще в таком мероприятии? Как получилось так, что ты стала спонсором данного мероприятия, друзья, первое в Оренбурге? И что, какой итог у этого мероприятия? Я думаю, всем будет интересно. Все началось с того, откуда брать клиентов. Я как человек дико застенчивый, холодный контакт для меня это просто на грани чего-то фантастики, да, неземного. Увидела пример работы лидера «Армель» из города Архангельска. И задалась вопросом, как же это так? Где же найти такое мероприятие, чтобы стать для него спонсором? Посидела в интернете, наверное, ну, групп 10. Ну, как скажем, просмотрела наших оренбургских, ничего не было. А потом раз как-то, оно, знаете, само неожиданно получилось, мне звонит знакомая и говорит, давай ты будешь у нас спонсором, вот у нас будет конкурс проходить, 3 месяца будет на сайте идти голосование за лучшего педиатра. Там будет висеть ваша реклама, ну, просто логотип компании «Армель», а потом будет проходить праздник, торжественное награждение, и ты будешь уже вручать подарок от своей компании. Это, наверное, знаете, как получается, посыл в космос был сделан, то, что я хочу быть спонсором, и оно вот просто из ниоткуда появилось, потому что когда я группы смотрела, ну, написала я нескольким людям, которые организовывали мероприятие, но ответ поступил нет, спасибо, у нас уже есть спонсоры. А тут вот посыл был сделан, и ответ пришел. А о чем это говорит, да? Кто ищет, тот всегда найдет. Да. Отказы – это совершенно нормально, они бывают везде, и даже спонсорам, друзья, отказывают. Поэтому что удивляться, если нам отказывают клиенты? Это говорит о том, что когда человек ищет, в любом случае результат бывает приходит извне, да? Как получилось у Ясмины. Да, совершенно знакомая, далекая. Я с ней, наверное, не общалась несколько лет, ну, лет 5 точно. Это был Ясминин фокус. И как результат, да, 3 месяца реклама работала на это событие. В результате сегодня здесь собрались люди, люди, которые пришли позитивные, которые получили подарки. И, естественно, этим людям мы что делали? Дегустировали ароматы, да, рассказывали о бренде «Армель», то есть повышали узнаваемость. Скажи, Ясмин, это было сложно делать? Ну, сложно, наверное, с психологической стороны, потому что как для человека, который давно не выступал на публике, и тут вот раз, ну ничего. Когда выходишь, весь страх пропадает сразу. И слова, они как бы сами собой образуются. Особенно сегодня, как получилось. Вроде готовили одну речь, была заготовлена, там поздравительная, а организаторы говорят, вот сейчас твой выход, экспромт. И, ну, все получилось. Весь страх исчез. Получилось, еще как получилось. Я наблюдала за речью Ясмины. Все супер, все классно, когда ты говоришь это искренне. Поэтому, друзья, ничего не бойтесь. Для нас большая честь быть представленными в Оренбурге как спонсорами. Для меня большая честь, что партнеры начинают расти, перешагивают свои барьеры. И я думаю, что имя Ясмины Липовских будет еще не один раз среди спонсоров такой грандиозной компании номер один «Армель». Для того, чтобы привлечь внимание к промо-стойке, мы организовали вот такую вот фотозону. Сделали мы ее своими руками. Лично я делала эти цветочки первый раз. И, как видите, в принципе, результат очень даже хороший. И это тоже как служит показателем того, что
как бы приглашая нас спонсором, можно быть уверенным в том, что мы придем в гости не с пустыми руками. То есть мы обязательно организуем фотозону, то, что очень популярно и очень востребовано на таких мероприятиях. И, кстати, могу сказать, опять же, я наблюдала все со стороны, такая фотозона пользуется огромной популярностью, да, она привлекает внимание, девушки просто подходят для того, чтобы сфотографироваться вот в таких красивых цветах, а когда они сделаны с душой, с которой делает Ясмина и со вкусом, это чувствуется. И люди подходили просто фотографироваться, а мы, как профессионалы своего дела, плавно приглашали людей дегустировать ароматы. Вот так, друзья, просто и ароматно работает наш с вами бизнес. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал и до связи! Если вам понравилось просмотренное видео, ставь лайк и подписывайся на канал. Также, чтобы просмотреть другие интересные видео, кликайте по ссылке на экране.